Потери несут и екатеринбургские хранители старины. Из дома музея Решетникова украли раритет – коллекционную жестяную коробочку из-под конфет. Кому захотелось сладкой жизни – непонятно. Ценность экспоната, которому более сотни лет, может представлять только для знатоков. Коробка была примерно как вот эта современная. Открывали примерно даже такого же размера. И тоже из жести, тоже с хромолитографии. Открывалась вот так. Ну, только вот была старше на 105 лет. Коробочки хватились после очередной экскурсии. Она стояла на полке в одном из залов музея. Видимо, ее прихватил один из посетителей. Сотрудники музея грешат на подростков, которые решили сделать маме подарок. Или на заядлых коллекционеров. На крышке коробки портрет Наполеона, а по бокам французские войска. Эта коробка с конфетами была выпущена в 1912 году. Ограниченной серией. В честь столетия победы над Наполеоном. Впрочем, несмотря на возраст, стоимость раритета не превышает 10 тысяч рублей. Коробочка дорога музею, скорее как память, поэтому там ждут, что ее вскоре все же вернут. Она была у нас в таком не очень же хорошей сохранности, там у нее замочек был утрачен, и выглядела она так не очень презентабельно, но она была очень дорога, потому что, во-первых, такой интересный предмет, он был получен от жителей нашего города в 1989 году.